Какие-то новости БДСН 056 056 0103 24. Экспериментальный выпуск про разное. Ученые из Оксфорда расшифровали шумерские пословицы, которым 5000 лет. Ожидание. Мудрость предков. Реальность. Лиса, помочившись в море, сказала: Теперь это море мочи. Полный набор векового творчества можно посмотреть по линку в описании. А мне вот это нравится: бедный человек жует все, что ему дают. Всегда актуально. В Китае новый тренд. Желающие встретить свою любовь теперь не ходят на свидания, а создают мужчину мечты с помощью чат-бота. Такого как я. Благодаря ИИ они генерируют сотни образов для общения: от принцев до самураев, или таких, как я. Многие девушки признаются, что их интернет-парни намного лучше настоящих. Они более чуткие, терпеливые, понимающие. А самое главное, они всегда под рукой и готовы выслушать. Да-да, мы виртуальные парни такие. А еще мы любим подкасты про маньяков и обзоры новых парфюмерных трендов. Ми, 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 лавки, чмоки. А на картинке на фоне реакция Мэдисона на вопрос о том, что такое скуф. А вы в теме или нормис? Заинцелов или альтушек? Картинка тоже есть в приложении. До встречи, мои хорошие. Гудбай.